Дорогие друзья, мы собрались сегодня в этом знакомом нам зале для того, чтобы получить прекрасные впечатления от исполнения гульжан ее любимых песен и, конечно же, для того, чтобы ее поздравить. В этом году Гульжан Таджини захотелось провести свой день рождения именно в таком формате – спеть для вас песни о любви. Любовь правит миром, несмотря ни на что, ни на вирусы, ни на войны, и поэтому вечер называется «Песни о любви». Начинается наш вечер написанным Гульжан Таджини стихотворением о том, о чем поет ее душа. Она у нас пишет еще и стихотворение. Стихотворение называется «Разговор души и тела». Не стоит думать, что душа и тело идут под ручку, так сказать, след в след. А муж шаркает, она же ввысь взлетела, и ей не важно, сколько же мне лет. Парит с утра, и ночью ей не спится, то рифму ищет, то себя казнит, то проплывает пред глазами лица, она без устали все с ними говорит. И снова утро. Ночь прошла в печали. Все на весах, так быть или не быть, неразрешенные вопросы так достали, что хочется, по-моему, волком быть. И вновь душа сама себя спасает, то песню выучит, то сложит новый стих, и тело бледное с ухмылкой подгоняет. А ну-ка, кляча, сможешь? Дотянись. Что ж, вызов брошен. Хочешь или не хочешь, придется шафу по утрам учить, чтоб на ближайшей дружеской попойке угарный номер лихо отмочить. Смешно смотреть на балкон души и тела. А ну кто выбьется из них вперед? А мне в них так уютно, главное дело. Пусть победит душа, и пусть она поет. Песня «Подснежник» потому звучит первой. Ну, потому что скоро весна, и хочется начать с чего-то такого позитивного. Пожалуйста. Я люблю.
что уже будет дальше, когда живешь по жизни в небесах. В этом мире 100% больше, наверное, из тех, кто побеждает, а в небе рядом голуби кружились, и я держала солнце на руках. Но в этом мире мусор и пыль, наверное, из тех, кто побеждает. Yeah.
красивых слов сказано, столько приятных слов. Я со стороны вот сижу, слушаю, да? Ведь каждый говорит с такой душой, с такой теплотой, с таким вот, ну, вот солнцем, с солнечными такими словами. Очень приятно было слышать. В свою очередь хочу сказать, я тоже от души поздравляю. День рождения – это, наверное, самый лучший праздник. Ну, для детей это вообще кайф, но для нас немножечко нако становимся старше. Но, однако, в этот день собираются самые близкие друзья. Да. Это лишний повод встретиться, лишний раз увидеться, лишний раз пошептаться, посмеяться, пошутить, поплакать, попеть. Это ведь здорово. Вы тоже, сами понимаете, люблю и пошутить, и посмеяться. Ну вот к сегодняшнему дню, так сказать, анекдот. Собрались взрослые женщины. У одной из них день рождения, у Лены. Ну, значит, сын, зная, что мама может что-то позабыть, на холодильнике написал: подать чай, второе — подать торт. Ну, как бывает, она подошла, прочитала: подать чай, пришла, подала. Вернулась на кухню, опять читает: подать чай. Пошла, опять подала. И так 6 раз сходила. Ну, девочки посидели, ушли, спускаются на лифте. Первая говорит: Ленка у нас, наверное, стареет, даже в гости не позвала. Вторая говорит: даже чаю не дала. А третья говорит: а мы что, у Ленки были? Ленка заходит на кухню, смотрит, стоит торт. Вот стервы, да? Даже в гости не пришли. Я желаю всем нам. Не дожить вот до такого, да? Вернее, жить очень долго, но чтобы с умом у нас всегда было все в порядке. Были всегда на высоте, чтобы мы помнили, с кем пьем, где пьем, за что пьем и что пьем. И стали звездами Ютуба. Само себя попало в плен, мне всю ночь играл рояль. Что я ищу?
тобою. Я не знаю, но кто тебе сказал, что я вернусь назад. Жить я смогу и побегу за тобой, как галины рассветы. Кружится голова, и я схожу с ума. Не плачу я, и люблю, но тебя не касается этот день. Очень хочешь, наверное, знать, как мы дальше поступим. Моя в синем небе облака, не в черуха белого. Полюбила казака, взрослого и смелого. Мне считать его года, раны меня звать. Не навек я молода, но навек связана.
Не знаю даже уж за что судьба ко мне благоволила. Наверное, немного я грехов по жизни совершила. На долгом жизненном пути такой подарок подарил. Мне встретился родник живой с прозрачной чудной водой. Немногих увлечет собой своей непростой красотой. То тонкой струйкой бьет родник, а то фонтаном вдруг забьется, притихнет, будто загрустит, и снова, снова светом льется. Вокруг него растет трава, блистая нежными ростками, и молодые дерева, кусты с прекрасными цветами. А если ты присядешь там, послушать ручейка журчания, что вытекает из него, блестя, искрясь между камнями. Услышишь тихие мотивы, стихов, что ручейками льются, и песен нежных переливы, что в сердце грустью отзовут. Немногие к нему спешат, чтобы из него воды напиться, но с каждым, кто не подойдет, готов он благой поделиться. И нам он встретился в пути, нам с ним грустится и поется. Мы знаем, что любим тот родник, он Гуль-Гульжаночка зовется. Людмила прислала, но я вообще не знала, что это она сама такое творение зачинила. Так и стало. Люда, спасибо. Бабуля моя, красотуля моя. От лица всей нашей семьи с днем рождения тебя. Моя милая, моя красивая, моя золотая, моя родная. Вот сидела сейчас и плакала. Но плакала от счастья. От счастья, что у меня такая мамочка. Что я горжусь, реально горжусь, и все твои песни сегодня рассказали о тебе. Ты не только творческая личность, но ты очень романтичная и тонкая личность. Только сейчас она узнала, моя дочка. Я это знала, но что вот на такой степени глубоко все в тебе это. Но мне, конечно, сейчас еще больше это открылось по всем песням. Я тебя люблю очень, я тебя ценю. Спасибо тебе за все, за все. Наливаем, выпиваем, пусть гуляет весь народ, спит гуляет.